Стали известны новые подробности обстрела мексиканских туристов египетскими военными. По свидетельствам выживших, их атаковали с воздуха, когда путешественники сделали в пустыне остановку. Как выяснилось, силовики приняли экскурсионные внедорожники за колонну террористов. Жертвами стали 12 человек. Это мексиканцы и местные гиды. Среди раненых также граждане США. Но есть один нюанс. Специальная комиссия сейчас также выясняет, почему туристическая группа оказалась вдалеке от каких-либо экскурсионных маршрутов.